Вот такая вот будка-платформа. Для кочевки предназначена. Такие ниши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 ульев на первый этаж, 10 на второй, это 20. И, соответственно, с этой стороны также 20 ульев. Это сторожевая собака, серьезная. Так, смотрим дальше. Колеса с этой стороны просто видно. Да. Это, очевидно, тормозная система была, как-то работала. Спиляется для трактора. Тут вот тормозная система, что это, я не знаю. Такие колеса. Вот такие рессоры. Рессоры очень мощные. Такие вот балки, вот моя рука. Да. Ну, будем мы с нее делать, конечно, не ульями сюда заставлять, а будет просто, ну, делаться как платформа для перевозки ульев. Верхнюю белую саму будку будем снимать. И вот этот весь каркас разбирать, уголки. Оставим только низ. И будем использовать ее как платформу. Давай лобом выжимай. Процесс снятия будки. Немножко был пожар небольшой. Тушили. Вот так. Будка сорванная с платформы. Теперь осталось ее снять. Полное название этого агрегата называется пчеловодческий прицеп «Павильон» Ташкентского тракторного завода ППУ-32. Год выпуска 1980. Итак, этот пчеловодческий прицеп «Павильон» Ташкентского тракторного завода состоит из шасси тракторного прицепа с тормозной системой и приборами световой сигнализации. На нем смонтированы раздвижные ячейки для установки 32 ульев лежаков. Есть место под ящик с инструментами. Он очень удобен в использовании. Тягать ничего не нужно. Подцепил и поехал. Очень хорошо для кочевки. После чего один пасечник посмотрел, что это невыгодно, и решил снять верх и сделал павильон для 40 ульев. В этом павильоне очень неудобно работать, жарко, плохая вентиляция. Второй этаж, ну, очень, в общем, тяжело. И дальше я решил продолжить работу и решил сделать его просто как прицеп, как платформу для перевозки ульев. Красота. Голова, кольцо, смотри.